И знаешь, что вас очень хорошо не бесит из Marilyn Manson? Меня лично. Почему? Урод. Почему? Не знаю, потому что урод. Ты имеешь в виду его внешность сомнительную? Я думаю, что если смог смыть это все, он будет еще страшнее, поэтому пусть лучше красится. А как человек, ты тебя тем более не... Да я не знаю, он какой-то очень странный, и вообще я не люблю просто. Бывают люди, как у Дольче Габбана, которые улыбчивые, от которых пьет эта вот энергетика, когда они заходят, она прям вот от них прям вот идет. То есть вот на них смотришь, они два нормально. А Мэрилин Мэнсон — это человек, который мумия какая-то, который ходит такой, весь накрасится, весь какая-то плавает, ни слова сказать. Такое ощущение, как будто у него там 5 заморозок во рту сделали, зубы еле держатся. А было у вас какое-то там волнение перед этими людьми, которых выйдет? Пусть они перед нами волнуются, а не мы перед ними. Вот что, они-то кто для нас? Угу. Обычно Мэрилин Мэнсон. А тут такая группа т.А.т.у. Тут такая вот, понимаете, вот мы приехали, такие вот звезды. Чё? Куда им-то? Угу. Когда вы вообще изучите просто всех этих...